Всем привет, друзья мои, и с вами я, Светлана Ата. И сегодня в моем видео я хочу ответить на один из очень часто задаваемых вопросов. Это вопрос, не страшно ли выйти мне было замуж за мусульманина. Его мне задают очень часто, в комментариях пишут, в соцсетях пишут, смотря, просматривая мое видео. Я приехала в Батуми, меня очень многие спрашивают там, может, потому что Батуми в данный момент христианская страна, мусульмане, очень многие перекрестились, приняли веру христианства, и там по-другому смотрят на это, хотя есть в Батуми джами, мечеть есть, и, кажется, строят еще вторую, очень много было противников на эту тему, но ничего, они не добились, но мусульманы тоже есть, конечно. Мы с мужем, когда были, видели очень многих, и даже мусульманский район турецкий есть у нас в Батуми, специально так Махалиси называется район, там магазины, все, туристов туда привозят на обеды, там специальная своя кухня, но дело не в этом. Но очень часто много моих знакомых и подруг спрашивают, не страшно ли тебе было выйти замуж за мусульманина. Знаете что, я не понимаю, почему должно быть страшно? Вы видите мои видео, вы видите, как я живу. Моя жизнь совсем не изменилась с прошлой. Я вам покажу попозже, у меня в квартире свой уголок, своя маленькая церковь. И мы когда приехали в Батуми, мы с мужем вместе посетили христианскую церковь. У меня есть видео, посмотрите на эту тему. Так вот, друзья мои, он так с таким интересом смотрел, как раз в этот момент проходило такое праздник был, кажется, Новый год отмечали по христианским понятиям, и церковь была переполненная, он так за всем наблюдал, ему так было интересно, пока я в это время ставила свечки. Ну, суть не в этом. Я хотела с вами именно поговорить насчет отношения мусульманина к моей христианской вере, христианству. Друзья мои, перед тем, как принять решение выйти замуж, я не молодая девочка, не 18 лет, вы знаете, сколько мне лет, у меня второй брак, вы тоже знаете об этом. И мы подходили к браку осознанно, то есть не просто так, сломя голову, расписаться и все. Нет, мы обсудили очень многие темы, все заранее. И эту инициативу на себя принял мой муж. За это я его очень уважаю и, может быть, полюбила. Потому что мне понравилось, как он действовал все сначала. Ну так вот, когда мы с ним познакомились, я задала ему первый вопрос, который интересовал меня больше всего. Я спросила его: ты знаешь, я христианка, ты мусульманин, у тебя нет никакой проблемы в этом отношении. Вы знаете что? Его ответ меня поразил. Поразил меня, это был очень мудрый ответ. Он ответил так: моя дорогая, ты 45 лет жила в одной вере, верила в Бога. И какое я имею право, женившись на тебе, изменить то, что ты, что в тебя посеяли с самого твоего рождения. Вера – это не самое главное в отношениях у нас. У нас в отношениях главное – любовь, счастливый наш брак и счастливая жизнь, потому что мы оба устали от несчастной жизни, от несчастной любви. У нас у каждого за спиной несчастно прожитые года. И поверь мне, ты как верила в своего Бога, так и продолжай верить. Это не имеет никакого отношения к нашим отношениям, к нашему браку. Знаете что? Вот я сейчас говорю, и настолько мне понравились, вот прям до слез, вот сейчас вспоминаю, настолько он мудрый человек. Так вот все это раскинуло. Я сразу влюбилась в него, в его ответ, за то, что он так думал. И знаете что, он, хотя и мусульманин, но
Он не такой сейчас сильный мусульманин. Мне кажется, он как европейский турок, я говорю. Он мыслит совсем по-другому. Хотя в Мерсине очень много верующих людей, очень сильно верующих, очень много закрытых, покрытых женщин, которые родители моего мужа тоже намаз, по-турецки намаз куруйорлар, ну, читают молитвы, можно сказать так, простыми словами. Но они ни один раз не обмолвились и даже не заикнулись мне, чтобы я поменяла веру. Мы с ним, когда поженились, расписались обычно, и они даже не настояли о том, чтобы я расписалась по-мусульмански. В общем, родители не вмешиваются в нашу жизнь, мой муж взрослый, мы думаем своей головой, никого не слушаем, но, конечно, приветствуем советы, но принимаем сами решения. И вот мой муж мне ответил на все мои вопросы, которые меня очень беспокоили. Так вот, друзья мои, он приветствует мою веру. Я соблюдаю все праздники. У меня очень часто по утрам горит свечка. Я молюсь Богу постоянно. Выходя из дома, я крещусь, и он это никогда не говорит. Не делай этого, нет, он никогда ничего не говорит. Иногда даже шутит и сам вот молится. Но у него, естественно, это не получается правильно, но делаю, значит, я Пасхи, крашу яйца. Он все мне покупает, все приветствует. Пару раз мы ходили в церковь, была закрытая церковь в Мерсине, и он попросил, чтобы ее открыли для меня, и я помолилась там Богу. Это очень приятно, друзья мои. Я не знаю, может, это мне повезло так с мужем. Он действительно какой-то необычный человек, и мое восхищение ему, моя благодарность ему за то, что он так относится христианству. Так что, друзья мои, все зависит от человека, и это не имеет значения, мусульманин ты или буддист, или еще какой-то иуда. Понимаете, друзья мои, все зависит от человека, поэтому говорю вам, перед тем, как знакомиться, ну, познакомились вы, изучайте своего человека, как он думает, как он размышляет. Присматривайтесь, не делайте поспешных решений, потому что все может быть так наиграно, и так можно ошибиться в жизни. Но, как говорится, на ошибках учатся, наверное, каждому нужно пройти через эти ошибки. Но я говорю только лично о себе. Я никого никогда не привожу в пример. Я говорю в своих видео о себе и о наших отношениях с мужем. Я очень думаю, что ответила на многих интересующих вопрос. Не бойтесь мусульманства. Ну, в моем отношении. Выбирайте таких мужчин, которые сначала будут уважать вашу веру. Ну, может быть, вы захотите принять мусульманство. Это тоже я приветствую. У нас очень много общего с нашей верой. Так что вы не бойтесь, мои дорогие. Ну, на этом я заканчиваю это видео, потому что получилось очень большим. И пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели узнать от меня. Какие вопросы вас интересуют? Хотя я в отношениях и в браке с мужем нахожусь около 3 лет, но поверьте, у меня не такой большой опыт, но я очень много чего знаю и очень много чего изучила здесь, в Турции. И могу вам посоветовать. Так вот, мои друзья, пока-пока. С вами была Светлана Ата. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и также дизлайки. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Пока-пока. С вами была Светлана Ата. Друзья мои хорошие, а вот и моя маленькая церковь находится в моей квартире. Посмотрите на все иконочки. Я привезла еще вот свечки с Грузии. Это моя любимая матрёнушка московская. Я без нее никак, вы не поверите, я так верю в нее. Она у меня постоянно
в поездках, куда-то я уезжаю, постоянно рядом со мной. Это иконочка. Видите, тут 7 стрел от глаза хорошо. Это Георгий Победоносец подарила мне моя подруга. Ну, а это вы знаете уже сами, наш Боженька. Это иконочка старенькая уже. А эту иконочку я привезла сейчас с Грузии. Ее можно и повесить на стену. Видите, она очень старая у меня. Но решила пополнить свою галерею. Вот вы слышите, сейчас с мечети песнопение. И рядом у меня находится Коран. Вы видите, на арабском языке все написано. И вот в коврик, где молятся. Так вот, друзья мои хорошие, что я могу вам сказать? Мы друг друга любим, уважаем, мы приветствуем веру. Кто как верит по-своему, у нас нет никаких проблем. Самое главное – это отношение между вами, это взаимопонимание, это уважение. Цените друг друга и берегите, если вы уже в таких отношениях. Не устраивайте скандалы, все можно решить мирно и спокойно. А вам я хочу пожелать только любви, счастья и счастливой жизни. Друзья мои хорошие, на этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пока-пока. До свидания. С вами была Светлана Ата.